просыпаюсь я однажды от того, что мне жена говорит: «Денис, хватит мотаться по булочным, езжай на работу в Афганистан». Ну и для того, чтобы туда попасть, нужно вот получить такую визу. Виза не простая, а очень заморочистая. Заморочистая не потому, что ее долго получать, а потому, что с ней проблемы на каждом посту. Все начинают досматривать, не сам ли ты написал. Занимает проверка около часу. Ну и самый задаваемый вопрос у досматривающих: зачем вы туда летите в столь непростое время? Очень и очень тепло. Много-много солнечных батарей. Народу мало. Вот это с приездом Дениска у нас в Кабуле так принято. Обязательный атрибут, когда приезжают гости в Афганистан. Что это значит? Это значит, как мы там цветы дарим, да? Там, да. Добро там пожаловать. Цветы, да? Добро пожаловать. Сопровождать меня всегда будет Каус. Привет, его знают все. Мы сейчас выезжаем с территории аэропорта. Все просто супер. Каус, объясни, кто это такие вот? Это наши Special Force. Они могут... у них есть, короче, приоритет над другими органами. Как бы, то есть над милицией, над другими остальными, короче, которые по городу ходят. Силовиками. Силовиками, да. То есть тут самая сильная самые структура. Самые крутые, да. Ну, вообще, то есть все дозволено. Им? Да. Но это охрана порядка или да, что? Да, конечно, порядка. В основном порядка. Если где-то какая-то ситуация происходит, взрыв, они первые едут на такие мероприятия. То есть, но это типа... ФСБ в России, да? Да, 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 точно. Вот сейчас мы выезжаем с аэропорта, едем в Шарнау. Шарнау — это такая местность, называется, переводится «Новый город». Гостичка наша там. И, в принципе, самая, то есть, классная часть Кабула — это там. Куда мы сейчас едем? 100% по приезду в Кабул лучше меняйте одежду на местную, потому что очень сильно выделяешься, очень сильно. А здесь лучше не пестрить. Прежде чем зайти в отель, рюкзаки, сумки сканируются. На наличие чего? Чего-нибудь опасно. Пистолет, нож, всякие там другие запрещенные. Бомба. Да, все остальное. Обязательная процедура. Так, дальше? Да-да.
Там уже нажали кнопку. Но фотография. Больше нельзя фотографировать. Все. Находим там женщина. Все, сейчас. Это четвертая дверь была. Заходим. Номер изнутри. Обогревашка. Ты все равно в кадр. Да, но я имею в виду. Все равно в кадр попадешь. Портить кадр. Да нет, чем ты портишь. Ну, все. Английский это какой? Это Дари. Дари. И в каждом номере вот такой вот есть Wi-Fi-чик. Можно я конечно, покажу? Но проблем. Холл. Холл здесь вот такой вот. Большой отель, да, считается? Да. Один из лучших отелей. Третий или второй. How much one day? One day 3000. 3000. 3000 афгани. Это курс плюс-минус похож на русские 70, рубли. 74 у нас он плавает. 70, 74, 78. А ну, ванная с туалетом. В общем, чем-то похоже все на Indian style, если честно. А, тут вот опа. Только маленько. Ну, не знаю, нормально. Ну, да, в принципе, ну как, жить можно, как говорится. Все супер. Да? Так, а сейчас мы идем с тобой... Делать одежду. Делать одежду. Да. Потому что в этой одежде Денис похож на сороку. Туристическое разрешение делаем завтра. Сегодня делаем одежду, можем где-то поснимать так. Съемки в Афганистане просто так запрещены. Где-то украдкой можно снимать, да. Но... Лучше, ну, вот так вот, лучше взять иметь разрешение. Официальное разрешение. Да. Где мы его берем? А, у нас новая штука появилась, называется Tourist Directory. То есть, как сказать, новый директорий, как-то директорий будет, я не знаю. Короче, где... Министерство... Ну, типа такое, Министерство туризма, что-то такое появилось. И там раньше было как, все ходили в Министерство культуры, брали разрешение на съемки, на посещение мест. Сейчас вот это все... ушло, и мы только нам только одно разрешение нужно от вот этого туризма делаем. Это уже при талибах появилось. Да, это вот недавно, потому что когда другие приезжали, мы там вообще головники были. В каждую провинцию надо было ехать вот, в Министерство культуры делать разрешение 5-10, это уходило очень много времени. Сейчас мы берем, типа, что мы туристы, разрешение на съемку, все, нам разрешается снимать туристические, ну, там, древние места и все остальное. В общем, обязательно должен быть сопровождающий. Да, без сопровождающего проблемы с языком. Если даже знаешь язык, но проблему, можешь сам. Сколько этажей здесь? Здесь 10 или 11. Это сколько здесь вообще номеров? Вот, теперь надо считать. Я не знаю, много. Если мы на 618, в каждом может по 50. На каждом этаже по 50 номеров. Обмен денег выглядит как-то вот так вот. Money exchange. Какой сейчас курс? 73.60. 73.60. Да. Деньги такие все потрёпанные. Да, вообще. Их не обновляют. Вот эти новенькие. А, все. Да. 2, 3, 4, 5, 6. А у нас такую примут порванную? Да. Да? Это вообще нормально считается. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот так вот выглядят местные кабульские ютуберы. Как будто передачу ведут какую-то серьезную. Да у нас здесь очень много их, кстати. Это нормальное явление. Да. Сказали не реагировать сильно на это. Мы попозже купим конфет, будем лучше конфет раздавать. Money. Зашли в магазин Скетчерсов. Считается топовая обувь. Да, в Кабуле даже все. От 6000 до 10000 да? Ценник разбег. Ценник, да. Говорят, что оригинал. Но говорят, что в Москве кур дают еще. Да, то же самое, я тебе говорю. То есть есть вероятность подделки, конечно. Это то, о чем я сказал. Потому что вроде бы бренд, а все-таки видно швы такие, ну... Не очень. Не для обуви за 10 тысяч, почти $100, даже больше. Да. Перед поездкой сюда я читал историю, почему уничтожали лик буты. Много противоречий, друзья.
Это? Да, это в Афганистане есть, короче, кедровые леса в некоторых провинциях. И, да. Они как килограмм продаются? Нет, килограмм очень дорого. Можно они попробовать одну? Идёшь, я кто бегерим долларом? Вот я взял, взял, спасибо. Как орешка. Как кедровый орешек. Спасибо, спасибо. Спасибо. Вкусно. Хорда досад. Хорчан грамм. 100 грамм 200 афганин. Вот так вот продают дыню. Килограмм стоит. Сушеный инжир. А, инжир это. Инжир сушеный. Килограмм 500, 100 грамм. 50. 100 грамм 50. Обычная математика. Это соль? Намака солай. Соль. Соль жарят кукурузу. Это уличный фастфуд. Зашли в какой-то темный переулок. К швеям. Какой лучший цвет ткани? А темный. Темный. Вот коричневый нравится. Не, иранг не, рангой торик. Да, вот нормально. Ну, это нормально. Темный. Не будешь в нем потеть? Нет. Ты сам какой? Не, мне вот этот, вот этот лучше. Тоже этот тоже. Какой-то синтетикус. Да. Синтетикус. 1700 афгани стоит пошив полностью этот костюм. Костюм называется пирантумбон. В 10 утра, да? Да, завтра в 10 утра. Сейчас ты это примерь. Угу. Одень, они будут исходя из этого размера брать. Ну и сверху в основном одевают вот такие вот костюмчики. Пуговицы на любой цвет. А можно сказать, чтобы пуговицы не блестящие были? Чтобы со стразами не нужно. Я ему сказал. Тут мой садам, садам тайком. Вот такие вот черные. Все, black. И без ничего. Чтобы со стразами не было. Ягдака. Они нас ждали. Не, они толком мабиги. Ардуй там зачем дегамара зарна. На, надо рако мадо. This my brother. Ягда бугаеша. Надо рако бача. Бугаеша ягда файда возмати. Будем тубара мамифом. Смотри, он говорит, у меня папа типа болеет. Скажи ему хотя бы, чтобы он дал мне что-то. У кого болеет? У него? Да. В общем, ему мы дали, ему он дал. Все. Деньги нужно менять по десятке, потому что, ну, нас атакуют. Ребятки, так, ты хотел мне задать, сколько стоит, да, это вот по шакуру? Я не знаю, ну, 200, 100, 50. Нет, ты вообще говоришь. 200, 150, это он мне отдаст. А если бы ты один пришел, 1000-1200. Серьезно? Да. По колесу, да, какого цвета? А как... А где они цвета посмотреть? А мирангоша мне ходит, бинага. Оранжевый боша. Оранжевый боша. Мы для мудафори, а? Цвета, какие цвета, цвета. Ну, что-то темное под это. Да, темное, темное. Цвета нет, я бы даже черный взял. Куда там вас дать? Я ногтишь, а на это? Что? О! Можно такую. Такой тоже неплохо будет. А она на любой размер или там? Размеры можно делать, они открываются. В принципе, но вот это сам на тебя. Не хочешь померить? Хочу. Давай. Как-то так. Точно подходит? Вообще нормально. Нормально. Very nice. Хорошо. Салам алейкум. Салам алейкум. Дусты, мои друзья, ты нога. Я говорю. Привет. Привет, привет. Как дела? Нормально. Посмотришь, что? Да, смотрим. Самовары. Слоники. Доспехи. Сколько джинов нужно? 7 хватит 6.
Ты понимаешь, что ты не вывезешь это? Да. То есть это можно купить, но это не вывезешь. Да, это не вывезешь. У меня вон товарищи тоже приезжали, купили. До сих пор топор у меня. Big problem. Как ничего? Бурданыч мегабол. Съездил в Афганистан, с пистолетом приехал. Какого года они вот эти? Мушкеты? И Солычанда, вот тут написано. 1868, это копии, говорит. А, копии? Какое? Сейчас, а тут какого года? Сейчас посмотрим. 1861. Энфилд. Тоже оригинал. Тауэр. Так спокойно все продается здесь. Никаких проблем. Кашмирские так жилетки. Ну а сейчас мы расслабимся по-афгански. И как вы думаете? Конечно же, это энергетика. Какие хорошие? Хорошие, ну вот смотри, сам знаешь, Red Bull хороший. Это то, что оттуда вски. Это наш атак. Местный, вот хочется да, попробовать. Да, это местный. Хороший? Этот нехороший, сейчас тебе скажу. Вот этот Виктор хороший. Виктор, победа? Да. Вот этот джинсинг, да, хороший. Тут нормальный джинсинг у него есть. Потом и Алакузай. Сейчас Алакузай ладай. Во, вот и вот это топовый. Даже в Америку его возят. Да. Так что можем попробовать вот этот. Давай его. Берем. Он не сильно сладкий? Нет. Этот, кстати, поэтому и нравится всем, потому что он не сладкий. Вот этой вот мишуры здесь очень много. Очень много. Да. То, молодежь что, балуется. То, что нам показывают по телевизору, это, конечно, не то все. И все есть. Абсолютно все. Нельзя в общественных местах курить кальян, но можно курить у себя дома. Красивый кальян. Если сюда зайдет Талиб. Ничего страшного. Ничего не скажешь. Это разрешено продавать. Но в общественном без месте сейчас курить нельзя. Они закрывают общественные кальяны, но у себя дома ты можешь курить. Дома без проблем. Без проблем. Вообще. Так это же флэш. Это же российский флэш. Один в один. Реально. Алакузай. Угу. Обычный флэш. Ну, вкусно. Бодрит. Сколько он стоил? 40 афгани. 40 афгани, это где-то 45 рублей. Да. Цена такая же практически. Просто за объем, а это нормально. О! Шли мимо тандырный. Да, он так и говорит. Нам здесь разрешили. Заходи, говорит, но проблема. Не, я в кроссовках, скажи. Говорит, вообще мне проблема. А у стандыр газовый. А как вы вешаете туда? Вот. Все. Ну мы дождемся, ничего? Сейчас он сделает. Большой тандыр. Сколько лепешек в такой тандыр входит? Игермай Биш? 75? 60. 60. Сейчас он тебе сделает одну. Так, ну здесь вот пацаны вот так вот. Они вот делят пополам. Меня все шурави называют. Да. Это если русские шурави, да? Шурави. Любой русский, туркмен, казах, узбек, украинец. А вы потому что все были шурави, да? СССР. Все, я понял. Говорит, много русских было в Шарнау в этом местности, когда мы вообще маленькие были. Сайку, смотри, как он делает. Слушай, ну у вас здесь, я бы сказал, жарковато. По кругу. А, ну все. Вот так вот он висит. Но очень тоненькие эти лепешки. Очень тоненькие. А можно там посмотреть? No problem. А, здесь тесто местное. В казане смешивается все. Да, да, тестомеска, я увидел все. Как сказать спасибо? Ташакур. Ташакур. Чай утащаешь. Они всегда чай предлагают. Будешь?
Ну давайте глотнем. Денис Олегович. Так, что у нас, чай? Говорит, давай, мы вообще афганцы пьем чай из... не сладкий. А, я тоже? Для все. Меня это нормально. Все, поэтому спрашивал, типа, сладкий или горький? Сережа, вкусный чай. Это из чего за чай? Это что за... настоящий чай. Вообще он не... как будто шиповник там. Нет, чай-то, смотри, какой не перерабатывается вообще. Сорвали, высушили и все. Знаешь, вот эти пакетики, которые бывают, они же там всякие смеси, 5-10. Тут именно чистый чай. Барбананда была. Шакура, мань, энергия. Сколько зарабатывает вот один сотрудник за день, если не, не секрет это? Человек, который печет хлеб, 1000. Вот чем я куран? Эти по 500 зарабатывают, очень медленно. Этот по 500, они все, все остальные люди, которые занимаются подготовкой. Замеской теста и 5-10, это по 500. Самое тяжелое. Который, да, вот, это самое тяжелое для него. Ну, самая тяжелая работа — это тот, кто крепит, клеит хлебушек. Да. И сколько стоит такой это, хлеб? Это, говорит, начальник продает. Я понял. Угу. Сколько стоит? А стоит, смотри, один... Вот этот хлеб, ага, стоит 20 афгани, половина 10. Угу. Из этого аппарата подается вода, охлаждается, что ли? Суп. Вода, вода, правильно? Нет, вода ау. Ау. Оп. Оп, это типа. По грамматике оп, так как люди разговаривают, ау. Ау. Мой покор похож на вот этого. Кто это? Это Масуд. Масуд. Да. Ахмача Масуд. У нас похожие покуры. Идет Северного Альянса, когда-то. Мою покуру здесь заценили. И мы, кстати, вот он из Панчера, эти ребята тоже все из Панчера. Вот их хлебушек. А газеты на китайском? Газеты у нас в Китае. Японик, да, я тебе сейчас расскажу. Как сказать большой? Большой? Большое. Большое? Бзьет. Бзьет ташакур. Это газовый баллон? Да, газовый баллон. Прям. Кило 60 афгани. Очень большие. Да. Ну и вот тут тоже есть всякие шапочки. Постройки невысокие. Сейсмическая зона. Индия, Пакистан, все похоже. Как мне определить, талиб это или нет? Визуально. Визуально, смотри. Талибы, которые реальные талибы, они отличаются одеждой, и все они носят куртки хаки. Им это очень нравилось. Еще с тех времен, когда они воевали. Это мода или дисциплина? Это, нет, это им нравится. То есть... Это не то, что это мода, скорее всего, не дисциплина. Потому что когда они воевали с предыдущим правительством, когда они убивали солдата, они брали его куртку только. Ни штаны, ни обувь, ничего. Куртки. Хаки. Они от них в восторге. Вот. Поэтому, если ты хочешь увидеть, ну, отличить настоящего талиба, это вообще, то есть, невооруженным взглядом видно. У них реально лица. Человек, который пережил войну. Понимаешь, который стрелял реально. И вот ты узнаешь вообще толпы сотни. Одного узнаешь. Попробуем сейчас тест сделать. Да, делаем тест, и я тебе говорю, ты сам узнаешь. Потому что есть люди, которые под них канают. И они, когда таких ловят, спрашивают, на как зовут твоего генерала, имя твоего генерала. И они, блин, ну если не знают, они говорят, так, давай, снимай эту всю фигню. Не позорь наше имя. Да? Тут вообще их каста, как знаешь. Отличить можно вообще, то есть невооруженным глазом. Что это за здание? Это называется Рошан Плаза. О, подожди, нет, не Рошан, это Салат. А, не, это МТН. Это здание MTN, у нас есть оператор телефона MTN. И это здание коммерческое, тут в основном офисы, вот тут и вот тут. Вход в парк. Давай. Да пройдем, пройдем. Давай. Вот это место, где можно помолиться, это туалет. Этот парк еще был построен при русских, поэтому вот эти туалеты у них в стиле такие. Заходишь, вообще узнаешь Россию старую.
талибы пришли, они тут пошаманили чуть-чуть, они сделали лучше. Они посеяли газон, они сделали там места для людей. Вот. До этого тоже этим парком занимались, но там пришел переломный момент, когда то правительство еще не закончило, а это еще не пришло. Когда они пришли, они просто доделали работу предыдущего правительства по омоложению этого парка. Он был очень старый. Вот сейчас, как видишь, люди, ребята ходят, играются в крикет. Это у нас очень популярно, сам знаешь. Салам алейкум. Видел, здесь... видел? Салам алейкум. Человек сразу меняет лицо. Блядь. Располагает сразу. Конечно. Я тебе говорю, салам алейкум, алейкум ассалам. Все, ты брат сват, блядь. Поэтому мне нравится. Да, да. Я же записываю, помнишь ты, да? Да, да. А, сори. I'm sorry. Ну смотри, тут, кстати, вон, ребят. Также здесь, в парке, что можно сделать? Поиграть в шахматы. А, подымить вечером. Я сейчас дойду до этого. Поиграть в крикет. Ну и подымить, конечно же, вечерком. То есть никаких проблем? Но проблема. В этой местности. А чувствуешь это... запах? Легализовано все в Афганистане? А, не могу сказать. Но есть. А, смотри, по закону нет. Салам алейкум. Салам алейкум. По закону нет. Но люди-то курят, занимаются, находят откуда-то. Вот это тоже, кстати, одно из новых. То, что построено. Год назад было, наверное. Вот так вот выглядит афганский фотограф. Он на русском разговаривает, говорит, можно это типа... Ну, техника-то нормальная. Возьми фото. Возьми фото, говорит. Человек на русском разговаривает. Как тебе повезло, сегодня столько людей на русском, которые разговаривают на русском, встретил. Все, я увидел, что они там делают, они в шахматы играют. Да, я же говорю, шахматы. Можем ближе подойти. Вопрос, зачем два фотоаппарата? Разные объективы? Он говорит, да, смотри, есть у нас дешевая съемка, которая, то есть, маленькая это, линза используется. Да, есть большие, ну, подороже, которая большая линза используется. Поэтому все. И цены разные, и камеры две. Теперь мы поняли. Угу. Если прийти в пятницу, тут целый турнир. Никто на нас пока внимания не обращает. Ну все, они знают, что делать. Объясни, объясни, пожалуйста, похожие на вот на меня. Это кто? Они люди из Панчера, в основном из провинции центральной. Прям голубоглазые. Да, голубоглазые. Они вот они видели те ребятки, которые мы заходили. Я еще удивился. Шикарные. Да, они все из Панчера были, они все время, но они такие, о, похожи на панчерца. Потому что реально ты вылитый панчерец. Я тебе скажу, сейчас мы еще твою одежду заберем завтра. И все. Можно оставаться. Работу найти да, только. Да, работы нет, я же тебе только рассказывал. Вопрос. Женщин, девушек вообще нету. А как тогда жениться, на ком? Как найти вопрос? Смотри, есть такая штука у нас, да? Когда, ну, там, парень уже дошел до того возраста, что уже жениться пора, пора создавать семью, он отправляет свою маму искать ему невесту среди подруг, знакомых, родственников. И она вот это ходит, смотрит, какая девочка покрасивее, да, или там хорошая, чем-то занимается, или там работает, или не работает, может, отучилась. И она там, ну вот, у меня сын, вот всё, я понял. Работа, пятая, десятая, и вот так вот ищется. Потому что, ну, блин, реально сейчас, как ты говоришь, вот так вот, то есть познакомиться и влюбиться, это уже нет. Не получится. Не получится. Не знаю, что сказать. Прокомментируй. Володь, что сказать, ну, блин. Вот, все, прошел, красавчик. Вот. Салам алейкум. Куда физику мега? Не за что. Кушайте, ну, на... логотип, снимай меня. Кушайте на здоровье. Грех быть в Афганистане и не попить сока тростникового. Слушай, они уже на автомате, меня видят, руку все тянут. Дети. Да, дети, все, давайте, давай. Сколько стоит? Чан рубагес, давай. 20, 30, 40, 50, 60. Давай поменьше, 20. Скадр маленький, да-да. Бить рубаги дёрку. Ту. Туда оно. А это дети его? Нет. Расим, будет сок? Джус-мекури. Да? Чем говорит? Говорит, нет, типа не будет сок, десятку, если поможете.
ты какого плана? Это уже... Я ж тебе говорю, тут надо... Стой, десятку. Покажи вот эту десятку. Вот, вот. Ты хочешь сказать, ее где-то еще возьмут? Еще как возьмут. Еще и хлебушек за нее дадут. Но за это... десятку. Мне поменьше, можно? Откуда это привозят вообще? С Джалабада. Ну что, с Богом? Ну, выглядит красиво. Сладкий. Это вообще свежак. Мы прям свежак пьем. Свежак по-афгански. Да. Бодрит, блин. Ой. Дубль 18. Одна его, отдай ему вот это. Да еще. Бахай больше. Ташакур. Это для сока? Нет, для ширьях. Ширьях это у нас такая движуха, типа... мороженое, напомнишь, пломбир? Я понял, внутрь кладется. Да, кладёшь. Внутрь, это для внутри. То есть он закидывает ее внутрь, потом есть такой большой казанчик, он его крутит, закидывает туда сливки, крутит сахар, и получается ширья. И получается. А вот, пожалуйста, дубайские ароматы. Возле такого аромата нельзя не остановиться. Это думба. Вот сколько это стоит будет? Вот, вот именно эта палочка. И на мир ходишь, чем ты мадала? А мисих? 300 афгани. Да. Это здесь полкило. Да, полкило. Полкило думбы. Блин, ну это убийца можно. Здесь маленькие барашки. Очень маленькие. Да. Тут приготовить ничего не останется. Очень много фастфуда, но ему отдельно мы уделим внимание. Здесь вот ремонтные работы. Также здесь любят Toyota марку. Вот 4-5 машин и все Toyota. Было жарко полчаса назад. И вот прям я уже чувствую, начинает нос подмерзать. Резко меняется температура. Give money. Хорош. Money. Не-не, так нельзя. Смотри, я вам дал... Не-не-не, нельзя, некрасиво. Все, хорош. Ташакор бачит? Даешь ему десятку? Он говорит, давай еще. Ага. Это не надо, это как, блин, правитель. Я понял. Там бездонная бочка. Да. Блин, нас спалили. Нас спалили. Их еще больше становится. Блин, ну сейчас нереально дать, вот сейчас одному дашь все это. Пусть они сами с тобой пройдут туда, туда, угу. Сзади машину езжай. Потому что если сейчас дашь все. Вообще нам ярко дом там пальца дадут. Марана! Сейчас троим дали. Вот только что опять двоим дали, они все равно бегут. Ну мы же вам только что дали. Все, поехали. Атакуэйшн! Не, ребят, мы же вам дали только что. Блин. Тебе ж только что я дал. Я ж тебе только что. Он думает, что не понимает. Еле убежали от них. Даже ты местный, да? Да. Убегаешь. Они меня уже задолбали. Они просто вот... Нападают командой. Издалека видят и начинают прям все сбегаться. Они вон нас ждут, смотри. Он готов сейчас вырвать, мне кажется, смотри. Нагу бачим. Нагу дай стабилан. Закрой эту лучше. Руку. Дай стабаску бартмета майда. Блин, сейчас, подожди, я тебе дам. На. Дай стабаску бачим, паску дай. Все, я куда, нельзя. Закрой, пожалуйста, он сейчас вырвет. Паску дай. Блин, они вырывают. Бачим, нагу, дай стабаску паску бачим. Хайла бачим. Боредика, бачи. Все. Нездика, майда, хуростный, бачи. Смотри, он бежит, прикинь. Блин, что за дети? Мы выехали
И через 5 минут мы увидели, что сзади на багажнике двое детей, оказывается, сидело. Они преследовали нас. То есть они запрыгнули и съехали с нами. Блин, это, конечно, цирк. И вообще. Ваш пропотел, отвечаю. Блин. Уезжать от них, они вот так цепляются за эту фигню, как ты от него уедешь? Да, блин, и жалко, и вроде ребенок. Конечно, жалко, но смотри, сколько мы раздали. Где-то 120 афгани я дал, где-то 100 сотню поменял, плюс еще 80 было. Мы, блин, 300, больше 300 афгани дали, это больше, я не знаю, 5 баксов. Все равно... Ну, дети тут, блин. Да, вариант ситуация нет. Такая, я же говорю. Просто и всем не поможешь, и тем, кто помогает, они по второму заходу приходят. То есть. Самое неприятное, вырывают из рук, да, деньги. Да, вырывают вот из рук, и вот так вот вешается, знаешь, блин. Ты уезжаешь, и ты плохим человеком кажешься для людей, потому что... Ну, ты не понимаешь, что он уже 5 минут вот тут висит, понимаешь? Мы это понимаем, другой не понимает, и думает, блин, вот какие плохие люди уезжают от них. Но мы же им дали денег, все дали, правильно? Куда мы сейчас направляемся? Мы сейчас хочу поехать на горочку в Азир-Акбархан, показать тебе Кабул с высоты. Там очень красиво. Это туристы тоже какие-то? Туристы? Не знаю, но у них такая машина туристически спортивно заделанная для того, чтобы ездить по бездорожью и по горам. Сколько нужно, чтобы прожить в Кабуле? Вот он не смотрит. Я вижу. Вот, например, твоя семья. А в день? Ну, вообще в месяц. Вот сколько месяц нужно в долларах, можно сказать? В долларах, конечно, могу сказать. А, только на продукты и там на все остальное, то есть, да, на мясо и курицу, где-то долларов 400-500. Это хорошо кушать, это не отказывайте. Это хорошо кушать, не откладывать, не во всем нормально, да? Мы просто не включаем еще походы в ресторан семейные, а, там, и там мороженое вечером 5-10, такого нет. А, вот. А, то, чтобы тупо покупать продукты, там картошку, лук, мясо и все остальное, то есть 400-500 баксов в месяц, потому что семья, ну, большая, у меня трое детей, мы с женой 5 человек, то есть, да? Поэтому где-то так и нужно. Ну и плюс одежда, плюс... Да, нет, мы сейчас с тобой только за продукты, потом, за электричество заплатить, за воду заплатить, а потом одежда, как ты говоришь, да? То есть... На телефон карточку кинуть, за интернет заплатить, понимаешь? Это все выходит нормальные 700-800 денег. Вот это кто вот его? Это модный парень наш, Кабульский. Я имею в виду, он... А Панчерец был. Ты же увидел, да? Да, да, вот такая. Я поэтому не скажешь, что он афганец. Конечно, вот, то есть Панчерец вот так, можно вот так отличить. Они... У них светлая кожа, светлые глаза, волосы русые, каштановые или рыжие. Вот это Панчерцы. Получается, они такие же красивые, как и я. Конечно, я же тебе только сказал. По прилету я тебе сказал, да? Что ты вообще вылитый панчерец. Ты там за своего пойдет. Смотри, вообще не смотрит. Ты там Майкл Джексон. О, пардон. Смотри, то есть ты там вообще за своего пойдешь, а они в России за своих и катят. Потому что, ну блин, вот смотри, посмотреть на меня афганцы, да? И на панчерского афганца. Мне там скажут, ты чурик, а ему скажут, что он свой парень, понимаешь? Только из-за того, что то есть мы оба афганцы. Но я... Что это за пост? Это не пост, это у нас называется, как сейчас тебе скажу, шаид, это то есть место шахида. Место шахида ограждено, и люди туда приходят к ему и просят о чем-то. Так, так, это так. Называется перекресток шахида в Шаринау. Видишь, даже дорогу, то есть он посреди дороги. Он взорвался там? Не-не, это очень старый, это, то есть... Во времена еще, когда только ислам пришел, или там были всякие у нас эти, как говорят, люди, которые имели родство с пророками. И когда такой человек умирает, и место его смерти ограждают вот так вот и не дают там застроить или перестроить, или застроить. Что я понял теперь. Век живи, век учись. Очень много бананов. Любимая еда у афганцев какая? А, еда плов, палау, плов. Кабили палау. Кабили плов. Кабили палау это с, вот этот плов с морковкой, с мясом красным и с изюмом. Вообще топчик. Залетает на любое движение, что происходит. Между прочим, вот в этой... Смотри, мы вот туда едем. Кто идет? Мы туда едем. Ага. В ней очень жарко. Да, покол это... Ну, меховой он, да?
Она очень теплая. Комфортная, ты ее особо не ощущаешь на голове. Да. Ага. Смотри, вот тут было кладбище, но эта дорога новая. И Министерство градостроения сделало такой небольшой. Это кто проехал? Это какой-то большой талиб, потому что у него, видишь, с ним еще и мужички. Да? Сопровождение. Сопровождение, да? А от кого вот они так защищают сейчас? Они когда только пришли, у них такого не было. У них это перенялось как бы от того правительства, кто там при власти, кто там крутой. Да, он с собой вот так вот, то есть машинка у них за ним ездит. Но есть вероятность того, что на него кто-то нападет? Вот это маловероятно, потому что кто на него сейчас нападет? То есть, смотри, власть талибская, люди... Ничего, что я их снимаю? Ничего. Люди, пока они не заметят, кстати, можно сейчас прервать съемку. Лишиться телефона. Да. Смотри, они... По домам ходили и у всех людей забрали, у кого было оружие. То есть сейчас все люди безоружные. Власть при них. То есть вот это все, на мое мнение, это все бессмысленно. Потому что и людей Северного Альянса нету таких, которые, знаешь, против них, которые сейчас повстанцы в Паншере, которые, блин, по Кабулу сейчас бы ходили и хоть у них бы что-то взрывали. Вот, то есть ситуация какая. Это все зря. Вот это? Да, вот этот посольство Таджикистана справа. И слева вот эта местность Вазир Акбархан называется... то есть она называется Вазир Акбархан в честь генерала одного полководца афганского. И тут крутые виллы. Хорошие места, очень классные дома. Сейчас сверху будет очень хорошо видно. И вот тут надо будет заплатить за проезд. Проезд стоит... 50 афганей. 50 афганей. Ну и место именно хорошее, то есть парк очень классный, особенно летом. Я так понял, это они в посольство Таджикистана заехали, да? Нет. Машина. Или дальше? Машина же, она поехала налево, а посольство было справа. То есть посольство Таджикистана, многие посольства сейчас работают, ну вот сам видишь. Понятно, большие там страны европейские, они сейчас еще боятся. Ну, в основном страны СНГ. Открытый. Проехали мимо чекпоинт, там стоят талибы, решили подъехать к ним, сфотографироваться, они вот там играют с автоматами, как в порядке вещей, если это, если разрешат. А ты переведи, что он говорит. Он не хочет на камеру. Скажи, что он сказал. Он сказал, что Россия хороший друг Афганистана, но Америка заклятый враг Афганистана. Там находится пост, они там живут. Говорят, не учи английский. Не нужен он тебе, но он мне нужен. Я, конечно, в шоке, мы приехали, тут люди с пулеметами просто стоят. Объясни, пожалуйста, вот мне сейчас сделали замечание, я его так вот развернул. Так нельзя носить, так носят кто? Ну, в основном противники. Раньше, да, противники. Раньше, во времена, когда Масуд был у главы Северного Альянса, они вот так вот развернуто их носили, потому что и закрывали уши, потому что из-за снега, либо из-за того, что пыль, да, в пустыне. И вот пошла традиция то, что то противники... талибов, они носят покол и вот так вот его разворачивают. То есть нужно носить вот так? Вот так вот, да. И так они понимают, что ты турист и ничего против не имеешь. Вид на Кабул. Горы, горы, горы. Ну, а здесь фотосессия идет. А сзади у нас серьезные типы. Мы пойдем сначала спросим. С базуками, с гранатометами. Смотри, ну ситуация какая. Талибов тут много. Почему? Потому что развлечение по шариату, то есть, да, то есть какое? Собраться вместе, где-то посидеть, вот в красивом месте. Вот поэтому они собираются тут и сидят в красивых местах. То есть, да, нету там никаких каких-то там посиделок, как бывало это раньше, да? Они тупо помолились, пришли сюда, посидели с друзьями, поехали по домам. Это самый большой флаг в Афганистане. Да, это самый большой флаг в Афганистане, который был подарен Индией. Еще предыдущему правительству, но сейчас они его заменили. Это флаг талибов? Да, да. А раньше был... И подарила его Индия? Не, раньше был, этот триколор. Слушай, он упакованный, как Рэмбо, да, идет. Да, так это же Special Forces. Нас принесло. Почему нас принесло? Да потому что... Ты видел, он как Рэмбо? Да.
штормануть могли. Мне аж страшно стало. Я вам иду рассказываю, не понимаю, что говорю. Хорошо, мне аж камеру открутить, пока, да, пока отключу я лучше. Да, смотри. Тут все с пулеметами вот, ходят. Вот поэтому надо поснимать, пока можно. Смотри, вот. Да, постоим лучше. Нам Индия подарила предыдущему правительству флаг красный, черный, зеленый. А они когда пришли, заменили его на белый. Подарок был тому государству, что использует это. Но проблема. Найдет в куртке хаки, да? Ага. Видишь? И обувь посмотри. А, это все, я... Это человек, который воевал. А что за обувь у него, марка? Талибская, тайгер их называют, пакистанцы, а других называют... Блин, я забыл. Надо поближе как-то их пойдем, рассмотреть. Сейчас пойдем, давай. Типа мы снимаем туда. Куртка, хаки, камуфляжка и да. Тайгеры. Да, и вот эти тайгеры. Огромный флаг, просто огромный. Это значит, он талибан. Настоящий. Настоящий. Угу. Оригинал. Оригинал. Вот так вот выглядит настоящий талиб. Как зовут? Как? Рашидулла. Спасибо. Познакомились с Абдуллой. Учился в Москве. А на кого учился? Я на бакалавр. Бакалавр. Мессис университет, да. Вот сейчас здесь безработные. Безработные? Безработные, да. Пока жду работы. Я тебе говорил об этом, да? Что ситуация какая сейчас у людей, образованных в Афганистане. Рабочих мест стало меньше, поэтому и люди не могут найти себе работу. Ситуация очень так сказать. Он, ну, ты понял, что он имеет в виду? Я понял. Нужны те, кто участвовал. Да. Очень приятно с вами. Надеюсь, ты найдешь себе хорошую работу, спасибо, достойную. Спасибо. Были рады знакомству. Я тоже. Ташакур Абдулладжон Акан. Ташакур. Ташакур. Спасибо большое. Спросил, можно на видео запечатлеть? Разрешили? Да, все. Ташакур. И брадари маз. И его тоже сняли. Нас пригласили на ужин. Многие хотят задать сразу вопрос, такие серьезные, а может быть и спросить, зачем снимаешь. Но мы избрали тактику, первые подходим, салам алейкум, поздоровались. Почему у вас такие белые зубы? В общем, людей располагаешь и все нормально. Как называется это? Масвак. Масвок. Угу. Это чистят зубы они? Да, они чистят. Это или делают белыми? Да, они реально очищают. У нас как, ну как, когда ты делаешь аудес, это перед молитвой ты когда делаешь омовение, да, ты должен после того, как почистил все, в зубах этим, ну как зубной щеткой почистить, понял? И это считается у нас как сунат. Она... Мавадора. Она когда, наверное, намокает, она начинает... Она, как, смотри, это, в нем есть какое-то вещество, и оно как пенится, когда ты чистишь. Все, я понял. Да. Ну, а гофтом? Вот. Будем брать? Да, у меня есть зубная щетка. Ты попробуй, может, отбили какого-то вот талиба? Не, ну, у меня нормально все. Ташакур. Блин, если бы отбили, вот так, было бы вообще четко. Я, наверное, возьму. Я видел другую штуку у вас, китайская, китайский карандаш, который отбеливает зубы. Да, или это ерунда? Это ерунда, это эмаль убивает. Эмаль убивает и все. Только что заходил, ну блин, я не знаю, ему лет 20, наверное, и в общем, сын какого-то военного, и перед ним талиб весь упакованный, просто, и они все равно его досматривают. Нет никаких проблем. Никто не будет выеживаться. Я сын там того-то, я сын того-то. Положено, значит, досматриваем. Все правильно, да. Вот тут именно такой закон. Разворачиваемся. Сейчас я вам покажу окна в помещение, которое сдавалось кому? Разным иностранным организациям. Американским, европейским. У нас вот было их очень много, и сейчас они вот как заброшены. Смотрите, окна как будто блокпост.
заваленный мешками. Вот они. С песком. Это они боялись, что будет какие-то взрывы, понимаешь? И поэтому они и закрывались так. Это все от взрыва. Все жестко, все серьезно. Да. Вот это министерство Амра Бильмору. Это то министерство, в котором выдаются законы, что нельзя делать это и все. Это закон. Нельзя делать, например, девочкам до 6 класса, женщинам не идти в институт и работать на дому из дома, да? То есть у них... То есть девочки это... вообще в школу не ходят? До 6 класса ходят. Ходят, потом да, нельзя? Да. Потом нельзя. И вот это именно тот именно Амра Бильмору, который решает вот эти вопросы по всем исламским... закона. Как ей дальше получать образование? Они сейчас... что они говорят? Понимаешь? Я тебе сейчас скажу, что они говорят. Это не то, что там я там чью-то сторону поддерживаю. Они говорят, что мы сейчас работаем над исламской системой образования для девчонок, потому что в те времена, при том правительстве, образование чуть испортилось со стороны девочек. Поэтому мы сейчас хотим более исламизировать школы для девочек, чтобы они выросли настоящими хорошими женами и матерями для своих детей. Едет машина тонированная, без номеров, за рулем сидит талиб. Кто он? Это, я же сказал, человек, как вы называете, по округу, который милиционер бывает? Или... Участковый? Участковый, да, это типа участкового или тот, кто работает с участковым. Они вот на таких машинах и без... номерных знаков ездят без проблем, им никто ничего не говорит. Они на какой-то блокпост подъезжают, они тупо руку поднимают, и они знают их в лицо. Потому что он от этой местности, от 9 округа, это 9 округ Шаранал, и он ездит без номерных знаков без проблем. Вопрос. Спорная ситуация. Не могут разъехаться машина талиба и, например, твоя. Угу. Кто прав будет, кто нет? Я наезжал на них. Очень много раз, когда спорные ситуации. То есть они не будут доминировать? В этой ситуации. Смотря какой. Я же опять-таки я тебе говорил, да, есть такие, которые, блин, будут доминировать, еще и там скажут, а ну давай. А есть такие, которые поймут, что он не прав. Есть такие, которые понимают спор, да? Есть такие, которые не понимают. В общем, все зависит от ситуации. Все зависит от ситуации и от человека, с которым ты столкнулся. Впереди крузак и видно сзади броня. Тоже без номеров. Это едет крутой талиб. А чем как объяснить его крутость? В чем? Ну это по рангу все идет. И генерал там какой-то крутой. По званию. Да, все вот по званию. Сколько воевал, это все от того исходит. Не в плане он богатый, а в плане. Да, да, они вообще не за богато. То есть они вот эта машина ему дала государство и бензин ему дает государство. И они вообще, ну как бы, знаешь, у нас в исламе это так, что там. Эсроф есть такая вещь, когда ты чересчур много всего используешь денег или там чересчур много чего всего покупаешь, это по исламу плохо, это эсроф. В общем, эту машину, чтобы на ней кататься, талибу ее нужно заслужить. Да. Делами. Которые были совершены до этого, сколько он с ними то есть был вместе, в каких военных действиях он участвовал. И крутость машины зависит именно от этого. Приехали поужинать. Куда-то. Turkish restaurant. Паркинг. Underground parking. Что это за фотография? Где? Вот это. Это доктор. Доктор. Да, City Smile Clinic, доктор Ореш. Ну, едет? Из 1000 машин 990 это Toyota. Это да. Национальный автомобиль афганский. Toyota залетела здесь хорошо. Короллы. Старые, новые. Короллы. Там еще Honda вот появился. Да, Хондочки тоже, кстати, сейчас новые появились. Только с первого этажа лифт начинается. Витая лестница. Да. Сколько занятий? Так, это есть кафе? Салам алейкум. Это есть кафе уже? Мы уже в нем? Не, это тут, короче, улочный кафе. Мы идем в самое крутое. Вау.
Пахнет кальяном. Очень красиво здесь, реально красиво. Даже неожиданно. Камеру не водим в сторону, дабы не напрягать людей. Заказали мы афганские манты. Потому что там остальное индийское, пакистанское. В Афганистане только афганское. Шел 19 час, и мы наконец-то дождались манты. Они не ожидали, что здесь закажут. Афганскую еду в турецком ресторане. Да. Поэтому все это готовилось. Так выглядит лепешечка. Лепешка горячая. Все свежее. Приятного аппетита. Внимательно присмотревшись, видишь мелкий нохат. Очень вкусно поджаренный он в какой-то подливке. Ну, необычный вкус. Но это не манты. Нет, это может быть манты, но это не классические манты, какие я ел. Это что-то другое. Очень много пряностей, не могу понять. Вот это что такое? Кефир? Да, это кислый кефир. Очень пряный. Как да. Кефир. Это афганские манты. Салам алейкум, бахайр ваша. Ташакур. Все это нужно делать, запить колу. Наш ужин стоил ровно 600 афгани. Это где-то плюс-минус 700 рублей. Две порции манты. Честно скажу, сухие. Вот. Внутри это не классическое нарезанное мясо, это даже не момосы. Индийские вот суховаты. Не будем льстить кое-кому. Да не, я рад, что мы объективно рассуждаем. Да. Действительно было суховато. Да. После ужина зашли в магазин купить напитков. И что мы здесь наблюдаем? Пиво, но все это нулевка. Никакого алкоголя. Просто нулевочка. Балтика, Бавария, Фрицберг, вот это непонятно, это вообще местный какой-то? Да, это местный. Местное пиво? Да, это то называется... есть у вас есть пол? Не, это иранское, я имею в виду, ну, то есть это Центральная Азия. Так, это, ну, да, три хорс. Мы, наверное, по традиции возьмем энергетики. Да, давай, наверное, что-то. Тут есть монстры разные. Нет, я местные там попью. Да, ну тогда, если ты хочешь нашинского, да? Я тебе сейчас другой предложу. Вашинский. Вот нашинский. Вот это вот синенькое. Вот это хит типа. Это хит типа Red Bull? Да. Че берем? Ну, давай возьмем. Давай вот зеленый вот этот. А зеленый он сладкий. Не, сладкий сильно да, не нужен. А вот это что такое? Это тоже сладкое как это. Вот, да, давай не будем сладкое. Да, это и сладкий. Очень непривычно видеть. Вот такой вот парламент. Ну и такой же Marlboro. Вышли мы на улицу. Дети охраняли машину. У нас не было минут 20. Их нету. То есть они охраняли, они должны получить свою копеечку. И где они? Прям ты уверен? Да, 100%. Они сейчас как... Вон они. Вон бегут, смотри, видишь? Так, все, прячемся. Вон они. Они уже наготове. Вот он что наливает там? Дал?
Не, вот это суп вот этот. Да, датчик. Да, а ну, сейчас. Это же он охранял или нет? Не-не, его Кен. Сейчас, подожди, найдутся. Что? Никто не подбежал. Сейчас я буду искать. Это его друг охранял. Блин, короче, смотри, мы, по-моему, в образе кидал только сейчас. Получились. Мы кинули детей. Ну вот это уже поинтереснее. Мы опять идем в тот же парк. Но мне сказали, что сейчас в парк идти уже опасненько. Оп. А почему опасно, скажи? Так, вкратце. Вкратце, потому что есть некие люди, которые используют некоторую продукцию Афганистана. И если они нас встретят, и мы им не понравимся, или зададим там какой-то лишний вопрос, то можем получить. То тебе с ним придется бороться. Ну, я такой борец, знаю, я разберусь. Так что... А талибаны парки не охраняют? Нет, парки не охраняют. Есть один сторож, как бы, да, но без оружия, без ничего. Со свисточком там и все такое. У этого парка дурная слава, особенно по ночам. Несмотря на всю тишину и спокойствие, вулкан может рвануть. И буквально недавно рванул, да, девушку? Да, девушку, позавчера. То есть могут с ножами подойти просто пару ребят. Забрать, да, и вообще по барабану, кто ты, что ты. Так я же тебе говорю, они уехали на мотоцикле, девчонка там валяется на земле, типа, помогите, помогите. А, талиб увидел, говорит, что? Говорит, вон забрали на мотоцикле телефон. А они за ним поехали. Я уже доехал до перекрестка, талибы уже разворачивались, потому что они знали, что мотоцикл догнать нереально, потому что он начинает по этим улкам проезжать и все. Они уже развернулись и все, да, ну все, девчонки, телефона нету. Вот, и ребра нету, да. Другой мир. Ну, ты сам понимаешь, если я очкую, то смысл тебе тут ходить. Поэтому поехали-ка мы, наверное, с тобой, куда планировали. По-добру, по-здорову. Да. В общем, все самое безопасное это днем, правильно? 100%. Понятно, что, может быть, взрывов там никаких не будет, потому что взрывать некому. Но ночью активизируются силы зла. Силы зла, которым нужны бабки. Ты же сам понимаешь, да? И они готовы забрать тебе все, что угодно. Телефон, деньги. Я не знаю, все, что найдут в карманах. Душу. Душу, конечно. Душу. Они придут по твоей душе, как говорится. Поэтому хорошо, что мы близки к выходу. И собираемся уезжать отсюда. Понял, по правой стороне. А вот эти участковые, они их разгоняют. Едем по улице, где ночью сидят наркоманы. Ребята с калашами рейд проводят, и никого нету, все стало чистенько. Завтра, как говорится, в то же время, в том же месте они встретятся. У них эти рейды раз в неделю, может раз в 4 дня, неудача сегодня. Ну вот смотри, сидит наркоман, да? Угу. Он идет с автоматом, что он ему скажет? Иди отсюда или... Да, только иди отсюда, сейчас заберем. Или когда у них проводят рейды чистки, они их тупо сажают в эти машины свои, в рейнджеры, да? Ага. Ну и все, потом они их там отдают, у нас есть места, наркобольницы, они их там лечат. Типа лечат? Но не бьют, не, серьезно лечат. Прям лечат? Да. Я Хаммер вижу. Да, Хаммер есть у нас. Я вижу Линкольн, это что? Да, это Шевролет. Сейчас его посмотрим, он вообще классный. Он еще его в матовый покрасил, но это он сглупил. А так машина классная вообще. А приехали мы куда? Мы приехали в Кальянную. В Кальянную. Где можно посидеть. Почилить. Почилить на расслабоне. Больше тут нечего чилить, как говорится. Ночные съемки Шевика. Шевик. Ну это какой-то танк, а не машина. Что за модель? Говорит 8 цилиндров. Внутри там как диваны. Вот тут написано. Не, модель какая? Это BMW. Это огромная машина. Я вижу, тут только кошки ходили. Да. А нету названия. Вот тут сбоку есть, это BMW. Bel Air. Диски
у него какие? 19-й, что ли? Да не, 17-й у меня, это 21-й, наверное. 21-й? В общем, большая машина. Да. В кальянную-то не так просто попасть. Охрана ушла, мы идем. Небольшой квест, чтобы попасть в кальянную. Шифруются ребята. Наверное, незаконные. Это VIP? Это, нет, сюда лучше не заходить, она уже не VIP. Можем пойти в другую VIP. А почему? Ну, все уже, смотри, я же тебе рассказывал. Заходи. Они все как бы очень грязненько. Все как бы сейчас он включит свет или электричество. Все как бы не очень, потому что был ресторан, сейчас его нету. Ага. И чтобы не палиться, вот тебе, пожалуйста. Первые, они как, ну, кто в первую комнату зайдет, увидит, ага. Ничего, вторую. Был холодильник, холодильник убрали, видишь? То есть, ну, чтобы не палиться, как говорится. Идем на второй этаж. Второй великолепнейший этаж. Я чувствую запахи. Да. Ну и вот, место, где можно заходить. Заходит иногда. VIP. Номер 5, конечно. Большим окном видом на Лос-Анджелес. Вот так, старый массив. Он говорит, скажи, что это мой офис. Они знают, что это часто бывает. Здесь видно, много курили, да? Да. А это печка? Сапс. Это печка? Да, вот она теперь у нас обогревает с тобой. Я думаю, это кальян такой. Салам алейкум. Кушамадет. Кушамадет? Типа, добро пожаловать. Ну, я знаю перевод. Да, да, да. Я извиняюсь, что я не встал. Ничего страшного. Я просто не успел. Да, он быстро здоровается. Сколько стоит здесь такая штука? Ну, тут 300 афгани стоит. 300 афгани. 350 рублей. Это заведение, ну, типа неофициальное. В общем, если они сюда зайдут, ребята, те самые запрещенные, которые у нас в России, посетителям ничего не будет. Проблемы будут только у хозяина заведения. Все. Thanks. No. Принесли конфеты, термос и два бокала. Одно другому не мешает, как говорится. Афганский вайб. Стиль времяпрепровождения, досуга. Нам еще третий человек, он тоже курит кальян. Мы с Денисом не курим, да? Да, мы. Хотел сказать, мы. Мы. В общем, мы пришли чай попить. Да, все. Чуть-чуть тумана. Напускали. Все. Мероприятие. Финиш. Кабульские многоэтажки. Смотрите, прозрачных стекол ни у кого вообще нет. Ни у кого. Вот только сейчас увидел это. Все стекла замутненные немного. Не приветствуются прозрачные стекла. Вечерний дозор. Ищем парня, который суп дал, да? Да. Дал. Который вот. Продает дал, но он куда-то с телегой исчез. Не-не, у нас это супом называется. Суп? Вот и он. А вот он на телеге. Сейчас мы его переместился. Он мне посоветовал там не есть. Ну что, он свежую картошку может нам приготовить. Да? Делаем. Шаурма тоже.
что угодно. Шаурму лучше, чем эту картошку. Снимай картинку. Я тоже в Звездный час. Они на генераторе, да? Хочешь, давай туда сядем? Давай сюда. А можно я вот с краю? Конечно, но проблем. А ты не с краю. Да. Сейчас тебе что-то продадут. А что продают это? Стельки? Он чистит обувь и продает вот это. Блин, ну у нас... Мне куда стельки? То же самое. О, талага чанда, Нет. Зарабатывает кто как может. Придется тебе купить стельки. Сейчас буду брать. Бери войлочные. Вот эти. Да, берем, да. Сколько стоит? 50. Сейчас будет устанавливать. А, то есть они сами примеряют все это дело. Ну они большие. Сейчас он порежет. То есть у него. А он и подшивает, я смотрю, кожу, да? Да, есть кожа на этом. Но мы взяли теплые. То есть они что, что он так в заведении сел? Это... Да, им разрешают. А, разрешают? Да. Им разрешают занимать своими делами. Работает генератор, потому что свет отключили. Это 50 рублей стельки, все включено? Все включено, да, вот то, что он подрезал, все. No, thanks. У меня свои нормальные стельки. Пока еще родные. А вот и деньги афганские можешь снять. Это шаурма? Это да, чуть-чуть тебе кинули это мясо шаурминского. Как по-личному? Пардон? Капуста и лук. Это афганская шаурма? Да, это нет. Это называется баргар ватани, типа народный бургер. И они чуть-чуть кидают там мясо шаурмы, сосиску. Это называется мясо для бургера. И сейчас картошку всыпают. А, еще картошку. Да. Завернут и вообще. Несмотря на столь позднее время, все равно такие мальчики бегают. Не дома сидят, а бегают. Зарабатывают деньги. Кто как может. Мы на перекрестке. Мы вышли оттуда очень шумно. Шумит все. Вот сотрудники ДПС, гаишники, вот так выглядят. Он добился своего. Но он так, с таким смехом, конечно, уходил. Еще дитё. Это аптека. Все работает в Кабуле до 10, до 10 часов. Потом все закрывается. Ну это что-то большое, придется его есть в номере. Он реально большой. Да. Ни одна розетка, кроме этой, не работает. Поэтому мой вам совет. Берите с собой вот такой пауэрбанк. Разряжать, не перезарядить. Отвечу на
самый часто задаваемый вопрос. Денис, что ты делаешь по вечерам в Кабуле? Сушеная манго. Это самое лучшее занятие. В 9 вечера. Шутки шутками, но день сегодня прошел просто супер, бомбически. Все очень понравилось. Я под большим впечатлением. Много-много-много эмоций. Ждем завтрашнего дня. Побаловать себя перед сном фруктами заморскими. Шедеврально. Бургер вообще не зашел. Своеобразный он. А еще интернет здесь полное Г. Скорости 0. 2 часа мы подключались, вызывали айтишника в гостинице, чтобы он подключился. Реальная проблема. Не хватает. То есть вот этой скорости хватает, чтобы в пикселях с кем-нибудь пообщаться по WhatsApp. Ну или смс-очки отправить.